Тем временем продолжается рейтинговое голосование по формированию городской среды в городах Якутск, Ленск, Мирный, Нерюнгри и Алдан. Одним из проектов, которые предложили жители села Хатасы, является лыжероллерная трасса. Подробнее с проектом ознакомился Александр Зубехин. До 2016 года прямо на этом месте располагалась спортивная школа села Хатасы. Но в результате пожара она была уничтожена. Вот все, что осталось от этой школы. Огонь был беспощаден. Детская юношеская спортивная школа номер 7 сгорела полностью. И до сегодняшнего дня в селе нет здания, где население может заниматься спортом. Это стало огромной проблемой для нашего села, так как в нашем наследии проживает порядка 7 тысяч человек. Из них многие мастера, кандидаты и начинающие спортсмены. Если посмотреть правде в глаза, вот, строительство нового здания, спортивного здания затягивается на долгие годы. И мы всеми способами пытаемся как-то улучшить условия спортивного досуга в селе. В 2017 году Якутск стал участником приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках данного проекта поступило свыше 35 тысяч предложений по улучшению обустройства территорий. Лыжероллерная трасса в селе Хатасы стала одним из 8 проектов, которые одобрила комиссия. Я нахожусь в селе Хатасы на стадионе «Багарах». Пока на этом месте абсолютно ничего нет. Но в скором времени активисты села Хатасы планируют прямо на этом месте проложить лыжероллерные дорожки. Лыжи в Хатасах очень популярны. Любимым видом спорта здесь занимаются и старый млад. Работают заслуженные тренеры, но возможность заниматься есть только в зимне-весеннее время. Моя дочь занимается уже 4-й год. Значит, зимой дети занимаются, вот снег лежит у нас, а в летнее время, значит, наши дети вынуждены ездить в Алдан. Это очень далеко, накладно. Подобной трассы нет еще в Якутске. Лыжероллерная трасса представляет собой асфальтированную дорожку протяженностью около 400 метров и шириной 4 метра. Здесь можно абсолютно бесплатно кататься на роликах или специальных лыжах на колесиках летом, а зимой проводить тренировки на обычных лыжах. Александр Зубехин, Василий Слепцов, Якутск.